Ребята, так как мы не живодеры, он у нас тем более весь уже обосрался. Кушать он у нас плохо кушает что-то. Ну, жив еще. Так что это. Мы решили его отдать обратно, сейчас принесем. Да, Настя? Настя? Да. Че ты в боссуши не одеваешься? Какие боссуши? Очки-то. Ты же сейчас везде одеваешь свои боссуши новые. В общем, ребят, вот такая ситуация. Сейчас наш... Как мы его назовем-то вообще? Паша Какаша. Твоего Настя? Это девочка ведь у нас? Это мальчик. Это Настя. Это мальчик, это так? Это девочка. Мальчик, ты вчера девочка, сказала. Это Настя. Сейчас наводится фокус. Ты опять? Ну как, покажи. Я вообще ничего не делаю. Покажи. Вот так. У тебя сиськи тут обвисли. Да не будут они такие ныть. Почему? Так, про нога сбоку красная. Короче. Че, Настя, покажись. Какая ты модная. Смотрите. А? Какая она? Какая она, чикса, смотрите. Как это называется? Это тряпочка на голову называется, затяни. И будет красиво. А? Настюха. Настена. Что за тряпочка-то? Расскажи. Расскажи людям. У тебя же бьюти-канал. Ты же сейчас настоящий бьюти-блогер. Теперь ты венец творения моды человечества. Рассказывайте, пожалуйста. Спасибо. В чем мода вашей тряпочки? На ваш канал выложу. Это что-то типа Солохи. Что-то типа Солохи? Долго у меня не было. В магазине не нашла красную. И поэтому тряпку завязала. Это не тряпка, это специальный, это этот. Платочек. Он идет обижонка. Смотрите, когда Настя обиделась, какое лицо корчит. Все. Немножко смягчил юмором ее жар против меня. Нет. Ну, немножечко. Что-то не смягчил. Все равно злая. Ой, вот эти наши обидки с ней, игра вот в эти... Я на тебя обидёшься, а я на тебя. Итак, мы с Настюшкой уже помирились. Нет, вы... Может, не целуемся? Надо, мы с тобой не смирились, значит, не целовались. Ты меня плевала. Вот она. Это бэкстейдж одновременно я веду и этот... фотосъемку. Классно, да? Смотрите, Настя опять свою ТП-базу достает. ТП-базу. Вот она, ТП-база пошла. Что не пошло-то? Я же не подключила. А я-то думаю, что не пошло-то? Я же не подключила. Сейчас буду пытаться ее подключить. Ё-моё. Вот запутался. Такая... Слушай, сам ты ТП-база. ТП-база. ТП-база готова. Настя новый вид пользования смотри, телефона. Надо так вот. Она ТП базу свою, вон, смотрите, как надо база, ловить. База, как надо ловить покемонов, Настя, показывай. В общем, одевайте на плечо, чтобы было удобнее. Чего в руках-то носить? Удобнее так, удобнее. На. Идете? Покемон держит. Вот покемон. И просто убивайте покемона. Увидите, ребят? Да. Главное на ТП базе быть. Понятно. Вот убивать как Настя, смотрите. Она, кстати, классно умеет. Ну вот, видите, как у нее классно получается. Она вообще мастер покемон. О, ничего. Но... Ребята, обучение, что нужно делать, когда девка истерит?
берешь ее на руки, она у тебя что-то стонет, истерит, а ты ее просто, вот, все, всякое ее крутишь, так, чтобы она чуть башкой не ударила, чтобы она забыла обо всем резко, а то бывает у них накипит, что-то накидает одежду, вон, видите, кидалась одежду. Я сейчас ёбнусь, реально. Нет! Рано или поздно мы ёбнусь. Нет! Маша, нет! Да, сейчас ёбнусь! Максим, я... Подожди. У тебя не выпадут? Да нет, конечно, ты чё? Куда не выпасть, это могут. Настя, ты где, расскажи? Находишься? Музей современного искусства. Я не знаю, как он называется. Покажи, что тебе понравилось уже. Мне понравилось вот это. Тут попасть, да, всякое. Тут якобы раскраски. А это что, человек в голове, что ли? Или как? Что у человека? Что тебе еще понравилось? Кто-то? Я еще очень посмотрю. А ты расскажи людям, иди сюда. Что это такое? Нашим молодым собратьям. Настена. Настя, ну некрасиво не рассказывать, правда. Так он пока дома сидит, пока подъедет. Так, Настя выбрала, что ты? Да самая безобидная выбрала. Безобидная? Безобидная? Да. Домик, говоришь? Это фотография зоны. Давай ты напишешь. Что ты хочешь написать? Паша, Настя. Да, очень красиво. Опять какая-то херня на жопе. Я не здесь. А где? Как всегда. Нет, там, ты опять что-то гонишь. Как всегда. Сына, если хочешь платье. Расскажи, почему у тебя все еще не было свадьбы? А? Платья нет. Денег на него нету. Не, реально, скажи, вот люди спрашивают, где свадьба-то? Ребят, свадьба будет, скорее всего, следующим летом у нас. Потому что мы хотим накупить деньги, сделать хорошую свадьбу, поехать отдыхать. А не так, что мы сейчас сделали предложение, быстрее все. Вот, мы сделаем следующим летом, потому что мы хотим сделать летом. Вот и все, я ответила на ваш вопрос. Не знаю. В общем, ждите. Не, если сейчас на Твиче кто-нибудь скинет тебе 400 тысяч, ты прямо сейчас сыграешь свадьбу? Ну, так-то можно. Это был намек. Все, я ушел. Вася, тебя как зовут? Настя. А тебе Васенька моя. Вася, да. Да. Пришли пофоткаться с собаки, вот, собаками, да, Настя? В итоге имеем, да. Конкурентов. Просто кучу людей. Ожидали, конечно, другого от этого мероприятия. Так, вот это вот все очередь на фотографию. На фотографию с этими замечательными двумя хасками. Мы решили, знаете что? Мы решили не изменять Джеку. Скоро будет видео с Джеком. А вот эти все, это все фигня, да, Настя? Да, скоро Джек вернется. Он просто сейчас отдыхает пока. На дачке. На дачке. На дачке отдыхает. Вот. Ну, да. Давайте хотя бы так издалека покажем, что за собаки здесь были, с которыми мы не сможем сфотографироваться, да? Ну, я не хочу очередь стоять. Хочешь? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops.
Настя все-таки решила изменить Джеку. Коза. Коза. Изменщица Джека стоит. Вот они глаза изменщицы. Лёлюшка! Лёлик! Лёля! Так, ой, можно от собачки отойти? Лёля! Лёлик! Настя, ты тоже сюда смотри. Ты же тоже Лёля. Так, вот, вот, вот так еще. Настя, на нас посмотри. Настя! Лёля! Так, всё на меня. Ага, вот, всё. Отлично. Изменщица, скажите. Да я не сфоткалась даже нормально. Я Джеку все расскажу. Том Джек узнает то, что вы ему изменяли. Он тебе не изменяет. Вот так у вас вообще женщина легко. Взяла, пошла налево и все. Как раз нужно концовочку записать. Ты специально? Да, я вспомнил, просто как раз концовочка нужна. Вот мы уже вечер, сидим. Настя ест пьет кефир. И ест салат сель под шубой. То есть селедочка с кефиром. Она мне говорит, что нужно ночь как-то ей продержаться. Я говорю, ты спишь в другой комнате. Конечно. Да. Давайте, друзья, мы вас любим, Настя вас любит, всех вас любим. Давайте, до скорых встреч. В ложике будем петь чаще, вот, если будет что показывать. А когда мы сидим в Перми в нашей... И кушаем сель под шубой. С кефирчиком. Да, тут особо не поснимаешь. Давайте, всем пока-пока. Чувствую, как все плохо. Да. Ты очень такой секси-бой. Да. Давай, ползи, я тебе говорил, что это нелегко.